Какая поддержка оказывается со стороны государства предпринимателям, товаропроизводителям? Этот и другие вопросы обсудили госорганы и представители деловых кругов во время бизнес-форума «Выход местных производителей продукции на зарубежные рынки и инструменты правительственной поддержки». Подробнее смотрите в следующем сюжете. Мероприятие было организовано местной ассоциацией поддержки предпринимателей. Главная цель – предоставить представителям бизнеса полноценную информацию о государственной поддержке и рассказать о ее возможностях. Наша цель – информирование местных предпринимателей, как выйти на зарубежный рынок, какую поддержку можно получить со стороны государства. С этой целью была организована диалоговая площадка. Мы расскажем о таких инструментах поддержки, как заключить договор, вернуть транспортные расходы после выезда за границу, открыть электронный магазин бесплатно. Ассоциация поддержки предпринимателей была основана в июне 2022 года. С тех пор актуальные проблемы бизнесменов слышат соответствующие госорганы и способствуют их решению. В составе более 100 человек. Им были даны необходимые консультации и оказана поддержка в подготовке соответствующих документов. Также была проведена работа по защите прав предпринимателей. Необходимо всесторонне поддерживать экспорт произведенной продукции в иностранные государства. Таким образом, по словам акима города, мы повысим благосостояние страны и продвинем ее экономику. Наша страна имеет благоприятное расположение. Мы граничим с Туркменистаном, Азербайджаном, Россией. В первую очередь предпринимателям нужна большая поддержка по выпуску товарной продукции. Как только мы станем производить продукцию, тогда и выйдем в число развитых стран. В Жанаузене одним из товаропроизводителей является ТО «Батыргали ИК». Индивидуальный предприниматель приступил к производству электротоваров, необходимых нефтяным предприятиям. Специалисты, обучившиеся на Украине, приступили к работе 4 месяца назад. За это время произведено около 2 тонн продукции. В планах заключить соглашение с партнерами и вывести продукцию на рынок. Увеличив возможности предприятия, постоянной работой будут обеспечены порядка 50 граждан. Нашу продукцию проверяли специалисты подразделений Узенмунайгаза. Нам дали хорошую оценку, сравнив с аналогичной продукцией из-за рубежа. Нашему предприятию нужна поддержка. Если компания заключит с нами контракт на длительный срок, то, думаю, этого будет достаточно. Специально прибывшие на форум представители компании «Казак Экспорт» и «Кастрейд» поделились своим опытом и информацией по направлению экспорта. В ходе мероприятия были награждены люди, выразившие поддержку работе ассоциации предпринимателей города Жанаузень. Асель Канширова, Батыр Ахмолдаев, Дидар.